Всем привет, ребят! Ну что, вот я добрался сегодня до Brawl Stars. Как видите, кубки стоят на месте, то сливаюсь, то тестирую что-то. Пока учусь, покажу вам сегодня новый скин и заодно потестируем Була, вот такой вот тачдаун. Тачдаун Бул, новый скин. Посмотрим, какое он действие, я думаю, вам интересно. Если интересно, ставьте лайки, пишите в комментах. Буду вам снимать вот такие вот видосики про героя, немножко рассказывать, показывать. Также тестировать его. Я учусь, я новичок в этой игре, поэтому, в принципе, я многое не знаю, где кого применять. Многим не играл. Ну, сейчас потестим. Так. Тачдаун Бул, вот так вот, новая, в общем, новая имба, бесплатно забираем попытку, билетик, отлично, завтра уже откроется не роборубка, а новый этот режим. Так, окей, поехали, берем Була, вот так он теперь выглядит, жесткий тип, посмотрите. Ствол его, конечно, блин. Ну, не знаю, прикольная анимашка. Я, как обычно, снимаю вам с Нокса, чтобы было поинтересней. Могу снимать с планшета, но там и картинка совсем другая. Поэтому я, как обычно, здесь сливаю кулачки, а там бываю, выговорю кулачки, кубки. Ну, нормально, еще двоитель жетонов вытащили. Так, окей. Что там у нас сегодня есть? Давайте захват кристалла начнем отсюда. Посмотрим, интересно. Все как обычно, рукожопское управление. Не понимаю вообще, как можно играть мышкой здесь. Но выглядит, конечно, он ужасающе. Прикольненький такой, сейчас посмотрим. Так он, конечно, дамажит будет. Очень интересно на это посмотреть. Ну, такое. Что-то интересное. А вот Пока, кстати, красиво скилл выглядит теперь. Мне понравился, надо будет им поиграть тоже. Ну, как видите, здесь для того, чтобы что-то сделать, надо подбежать. Мне, блин, тут не особо удобно. Ну, почти добили. Где там? Вот так вот. Ну, блин, неудобно играть. Планшета я намного лучше играю. Ну, ничего не сделаешь. Что есть, то есть. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что этот скин особо прям топовый, есть поинтереснее, но мне, честно говоря, предыдущий мой скин как-то даже поинтереснее, чем этот. Ну, не знаю, поехали. Еще тут сольем, все как обычно, все сливаем. Я этих 6000 сам не знаю, куда я их добью. Говорю, 6000 сам. Вот, ну, пора завязывать с битвой замков. Hello, my dear friends. Так, тут где-то кто-то воюет. Так, вы запарили, чего вы по мне стреляете?
Ну, это нормальное явление. Да, играешь мышкой на автомате. Минус 6 сразу. Отлично. Вот, кстати, вот это поинтереснее. А, нет, это новая какая-то карта. Ну, ладно. А, да-да-да, все правильно, это она. Let's go. Урон какой-то у него такой бешеный. Я не знаю, раньше разве такой урон был? Посмотрите, сколько урона он наносит. Фига себе! Нифига себе! Вот так вот. Еще минус 6. Минус 7, о боже. Это же, это боль, ребятушки, это боль. Поехали еще разок. Ну, посливаю, потом добью, конечно же. Ну, не знаю. Честно говоря, вот эти вот скины, вроде, казалось бы, интересная тема, но это мне не особо заходит. Честно скажу. Let's go! Все куда-то убегают, все куда-то бегают. Блин, как неудобно. Самое главное, пробел вовремя. Ну вот видите. Это ужасно, ребятушки. Ну, хоть в тройку вошел. Ай-яй-яй, чуть-чуть, еще чуть-чуть его тоже слили. Ну, плюс 2 сделали. Так, окей. Ну, герой, честно говоря, ну, интересный, все, но ну, мне что-то он не особо заходит, не знаю. Я им бегаю, конечно, но... Многие там играют булами здесь, именно в шедешке, это или как там ее столкновение, в общем, для меня. Ну, я, честно говоря, что-то не знаю. Мне Спайк больше заходит. Ну, каждому, наверное, свой герой, но как-то так. Прикольненько. То чувство, когда тут дальники тащат. Да давай, стреляй ты уже, ну. Вы куда, ребята? Дайте повоевать с вами. Все, до свидос. Ужас, 8-1. Ну, явно не для этой карты он. Тут, конечно, поинтереснее есть герои. Жестко. Хрена ты туда побежал. Посмотрите, попробуем. Давай, иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть нам не хватило. Обидно. Красавчик. Ну и меня слили, конечно же. Ну, без вариантов. Тут однозначно, с самого начала было видно, что тут вариантов у нас, к сожалению. Ну, видите, у него дальность атаки небольшая. Ну, что он тут сделает? Ну, только единственное, что так вот потачит. Ну, такое вот. Не знаю. Как видите, Динамайк здесь намного круче. Услили до 300. 5744, было 5800, минус 50 кубков. Вот я думаю, не у всех так, это только у меня, если у вас так, это, конечно, печально.
В общем, так вот, ребят, такой вот скин, не знаю, честно говоря, забавный, но не то, что хотелось бы. Думал, что это как битва замков, знаете, у нас тут скины приносят какие-то новые анимации, но, к сожалению, тут такое себе, не особо. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки и ждите уже видосика. Я уже сам жду, когда будет новый герой, чтобы его попробовать поиграть. Все, всем удачи, всем пока.